Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. И сегодня цветение дня. Гипиастром Stardust. Это домашнее цветение его. Такой вот он у меня красавчик. Яркий красный кант. Окрас лепестков от ровного до брызгов. Изнанки он тоже очень красивый, яркий. Луковка у меня в прошлом году достаточно получала света. Поэтому в этом году она цветет очень ярко. И опять здесь присутствует бриллиантовая пыль, блестящая. На солнце блестит и переливается. Вот такой вот красавчик. 4 бутона. Цветет он без листьев. Вот уже начинает расти. Вот здесь вот пошли уже свежие листочки. Ну и обратите внимание на его рыльце, оно тоже все такое в красную крапинку. Такой розовый и сиреневым у него пестик с рыльцем. И такая вот красота. Не передает. Донце у него ярко-зеленая. Вот. Такая вот красотища. Ну что ж, удачного всем дня. Пока.